Вот, наступил момент, о котором я думал еще раньше. Вот после, как у Виктора, свадьба с Яной произошла тут. Некоторые песни напеть уже вместе, чтобы в наши песни, в его песни вплетался и голос по иному статусу, как говорю, вторая половина. Что это получится и как люди воспримут, дело покажет. Давайте, сейчас я включаю, как у нас было и как будет. Характеристика Виктору Савченко. На часах еще лишь 5:20. Темнота, покой, деревня досыпает. Притаился лагерь, стан совсем затих. Но на кухне огонек уже сияет. Столько лет он здесь трудился до темна. Только раз распрягся, шею рассупонил, тем и держится, что холост снежена. Все на нем дрова, вода и даже кони. Воспитатель Виктор Савченко не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Без него нам будет амба и каюк. Песни некому на музыку наставить. Струны сердца в такт мелодии поют. Настроением книгу нотную листает. Тестомес он хлебопекарь домовой. Печи русские пылают, страшно взглянуть. Он в очках с дубиной спит под головой. Ой, ой, для угрозы нападающим и пьяным. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Баню нужно истопить, детей помыть. Огород скопать посадкой и прополка. На духовное нет времени лимит. То дрова добыть в садах и по околкам. Спорщик знатный, упрямый, как осел. Размочалил все молитвой и постом. Стал чтецом, немало книг святых прочел. Проповедовать старается притом. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. На апостольском служении он гений. Без запинки путь короткий избирает. Вся опасность, если батюшка вдруг женит. Ах, какого лагерь стан мало теряет. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Ну вот, песнопение одно мы прослушали. Теперь нужно, ну, те, которые более такие популярны были, уже, чтобы ты пропел в новом статусе.
усиленный голос с женским голосом. У нас такого исполнения еще не было. Вот. Ты, Володя, вот как делай иногда. Я раньше, когда записывал аудио, то я отдельно подносил вплотную. Ну, тут, видимо, так не получится, чтобы голос резко выделился и ее, и Анны. Потом отдельно там Виктор, ну, допустим, так. И отдельные голоса выделял, микрофон подносил. Ну, тут, наверное, так не сделаешь. Если ближе, то и не получится. Ну, однако, вот так. Так, я сейчас спрошу на новый слух, на нового человека. Что это? Характеристика Виктору Савченко. Да подожди, Виктор, подожди маленько. Вот. Понравилось, да? Что? Ему. Маленько вы его узнали уже. Всю зиму тут разговоры вели. С чем не согласны с написанным? Хотели бы, чтобы кто-то убрал, или слишком уж обнаженно, или грубо, или как? Как это воспринимаешь? И соответствует ли это действительности? Ну? Я тут же не жила, когда он в лагере работал, не знаю. Ну вот по порядку, по куплетам. Вот все здесь тестомес, и упрямый как осел, и какого вала теряет он, и гением назван. Понимаешь, здесь слишком много заложено. Я не поэт, потом у меня в выкрутасах никаких нет, потому что я не поэт. Я взял то, что есть. Ну ладно, непонятно, спрошу. Виктор Николаевич, вы уже давно поете, с детьми это разучиваете, и то, что вот вы песнопение, это дети когда слышат, вот, те слова, которые я говорил, они к вам хуже не относятся из-за них, не смеются? Нет. Они воспринимают так. Ну, ты сам согласен, что это твоя характеристика? Да. Она отображает действительность? Ну, конечно. Теперь я на ваше слово после этого. Что-то хотела бы изменить? Игнат Тихонович, точнее, отображала, потому что это же 10, сколько лет назад было написано. В каком году? Ну, это сейчас... 2001. Первым, 14 лет. То есть как бы в прошлом отображало. Ну, соответствовало, конечно. Да. Ну вот да, эта характеристика, могу... допустим, попала бы вам там во Франции, но вы бы прочитали, и кто-то в дальнейшем, ну, нашелся бы человек и сказал, этот человек для вас будет не чужой, но он еще не сказал, что самый близкий, то вы бы, наверное, не один раз еще раз прочитали. И сказали, вот это вот, ладно, вот это мне подходит. Ну а дубина-то зачем? Он может и меня огреть тут, хотя и не пьяный. Ну что, нет такое, я уже говорю, для веселья. Не показалось бы, что надо что-то подредактировать в его когда жизни? При общении, ну, конечно, так, это в шутку, Яна что-нибудь скажет. Спорщик знатный, упрямый, как осел. А я в следующую строчку. Размочарился молитвой и постом. Да. Улыбнемся и все на этом. У меня, понимаешь, нет, еще раз повторяю, я не поэт, и выкрутасов нет. Я долго смотрю на дело и тогда пишу. Это мое стихотворение. Вот, допустим, про надо найти, где про... Ну, нету, не нашли. Для многих кошка не последняя. О кошке всего лишь, о лошади, о корове, о голубях. И там взято все из Священного Писания, в первую очередь, все абсолютно. Ну и действительность, история происхождения, а знакомство с этим животным и как оно есть. Повторяю, что моя задача состоит в подлинном изображении действительности, но в более легком виде подать, не в прозе. Это не стихи, это проповеди в стихах, попытка. Значит, вот познакомиться пожелала бы с таким юношей? Да. Заинтересовал бы он вас? Вот столько он работает, заботится, у деревни досыпает, лагерь затих, успокоились. И один только огонек. Я выхожу, а огонек. И вот тут крапива растет. Нынче я литовку сломал. Я прокашу туда, чтобы утром только дверь открываю, в 4:40 встаем. А огонек горит. Я иногда, нет огонька, я стою на крыльце, знаю, он идет сейчас из кельи, идет на кухню, сейчас отворяет, включает. Я прорубил там лианы с этой, крапива в джунгли, и прямая просека, и прямо на окно кухни. Я специально сделал, я писал не просто так. Я именно видел этот огонек и всегда радовался. Брат этот поддерживает то, что у нас принято. Утренние часы, когда все спят, мы спокойно можем пообщаться с Богом. Наша интимная встреча, так скажем, с Богом.
Ну, чтобы интимное, на другое интимное полностью не променял. Теперь уже о другом говорить надо. Но тогда вот, когда не были вы еще близко знакомы, и заочно такая характеристика, ну и дали бы другие характеристики. Эта характеристика вас заинтересовала бы среди прочих. Ну, на выбор дали бы 10 характеристик, сказала, выбирай. Ну, бывает она, крест выбирай, какой человек выбирал, выбирал, на свой наткнулся. Заинтересовалась бы. Богатая, правда? Богатая биография. Вот. Здесь все есть, все до конца. Даже один раз он рассупонился. Рассупонился, это хомут развязался, и он скинул с себя и ушел. Я поэтому говорил, бойся, чтобы не был. Должен быть решительный, но не упрямый. Вот сегодня я как раз эту тему поднял, и мы там побеседовали. Насколько это разные вещи. Надо быть решительным, но не упрямым. Решительный человек очень быстро меняет тактику, меняет принятое решение. У него решение главное должно быть – достичь. А остальное он все время приноравливает к погоде, к людям, к средствам, чтобы достичь максимально быстрее, лучше, без повреждений. А упрямо он за все зациклился, и его не сдвинешь никуда. Почему? У него решительности не хватает, подвижки ума нет, и он думает, я такой, как надо. А это нет. Я не случайно об этом говорю. Упрямый, как осел, чтобы не было упрямства. А осел, он упрямый и умный при том. Я слышал, я не знаю, говорит, если вот здесь была какая-то лужа большая, и он застрял там на повозке, а теперь лужу засыпали полностью, и он все равно не пойдет. Он помнит ту лужу плохую и старается обойти. Он очень умный. Не гляди, что он маленький. Так, нам нужно поискать другие сейчас песнопения напеть. Я беру простые. А пример к себе своим воображением. Ну, на форум заходите, и там найдете вы. Все, пока, Володя. Отходи. Сейчас найдем.